В областном центре Департамент комитета по регулированию естественных монополий по ВКО провел пресс-тур по объектам предприятия «Оськимин-Водоканал». Главная цель тура – ознакомить журналистов с ходом исполнения инвестиционной программы, которая направлена на реконструкцию, модернизацию и обновление объектов. Всего на обслуживании у предприятия «Оськимин-Водоканал» находятся 10 водозаборных сооружений. В ходе пресс-тура специалисты посетили объекты, на которых проходит реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения. Сама инвестиционная программа утверждена была в 2022 году, исходя из производственной и технической необходимости. В дальнейшем данная инвестиционная программа будет продолжаться на других участках и утверждена она до 2027 года. В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» данная инвестиционная программа, то есть сам объем работ и сама инвестиция, сумма инвестиций будут ежегодно увеличиваться в целях обеспечения качественного и бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителей. Пресс-тур был проведен по двум объектам. Сначала журналистов ознакомили с работами по реконструкции водопроводов водозабора Нижнесогринская по проспекту Абая. Далее с капитальным ремонтом канализационного коллектора по улице Байбатчина. Значит, подрядчик по конкурсу у нас Курылыс Групп РК производит работы. Но сумма инвестиций, которая предусмотрена по проекту, составляет у нас 347 миллионов тенге. Но фактически сумма затрат у нас вышла более чем 347, а на сегодняшний день составляет 471 миллион тенге. По причине того, что когда мы разработали этот проект и до момента объявления конкурса прошло более 3 лет, и срок действия экспертизы закончился, нам пришлось сделать заново экспертизу проекта, корректировку сметной стоимости, что привело к увеличению стоимости, потому как уже год реализации был смещен. Помимо этого, представители ЖКХ рассказали, что сегодня ремонтные работы на аварийных объектах также ведутся на улице Куратова. Проект, получается, мы разработали в 2023 году. В текущем году с областного и с республиканского бюджета были предусмотрены средства. На сейчас подрядная организация определена, работы ведутся согласно графику. Получается, по текущем году запланировано именно где улица Куратова, где были аварийные вот эти участки, замена именно около 400 метров, 400-420 метров порядка. По словам специалистов, ремонтные работы на данных объектах будут завершены согласно плану к концу декабря. Дильназ Мурзагалиева, Кымбат Имангалиева, Максат Нагметов, Алтай Ахпарат.